Казанский федеральный принимает у себя крупнейших специалистов в области добычи тяжелой нефти. Пленарную часть встречи открыл ректор университета Ильшат Гафуров. Второй международный семинар конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи» — это место, где ученые и нефтедобытчики со всего мира могут обмениваться последними новостями и информацией о прогрессе в вопросе добычи высоковязкой нефти. Год назад конференция объединила около 150 участников из более чем 40 различных научных организаций и компаний из различных уголков мира. В этом году количество участников существенно вышло, чем в прошлые годы. Только с докладами заявилось более 120 человек, не говоря уже о почетных гостях конференции и делегациях из различных стран. Основная цель, которую ставят перед собой промышленники – поиск новых технологий. Участники мероприятия выразили надежду, что итогом конференции станут предложения по уменьшению затрат по добыче трудноизвлекаемых нефтей. И это вполне реально, учитывая, сколько светлых голов думают над этим. Выбор места проведения – Казань, Татарстан, Казанский университет – не случайен. Именно нефтяники Татарстана, ученые Казанского университета – в середине 70-х заложили первые научные основы термических методов добычи, повышения нефтеотдачи. Особенный интерес к мероприятию проявили представители Ближневосточного технического университета. Их страна также обладает запасами вязкой нефти, а ученые заинтересованы в расширении методов ее добычи. Поэтому в рамках торжественной части пленарного заседания состоялась церемония подписания соглашения между Казанским федеральным и Ближневосточным техническим университетом. Документ предусматривает расширение совместных проектов в области разработки технологий добычи нефти, академического обмена и обмена результатами исследований. Наш телеканал вел прямую трансляцию с официального открытия пленарной части, но на одном лишь дне работа семинара конференции не завершается и продлится до 23 июня. Тогда же будут подведены итоги встреч и переговоров. Адель Шамилова, Ильшат Хусаенов, Лев Халиуллин, Айрат Боктиков, Универньюз. Thank you.